теперь в сторону правой ноги. Вот это состояние, то, что вы друг друга чувствуете, оно очень важно. Давайте вот так возьмемся. Сейчас опять же правая нога пошли. Правая. Здесь встаем. Если мы не будем единым целым, то один кто-то завис, один кто-то... Пошли, теперь так же держимся, пошли правая. Давайте, давайте. Один завис, да? Стараешься именно толкать плечо. То есть еле их будет так. Должен всех столкнуть. Они должны чувствовать друг друга. Знаете, вставать вот так, вы создаете своими ногами сопротивление на вставание. Может быть даже так. Поэтому как упали, ваш центр переместили, подняли. Травмы происходят тогда, когда кто-то это не сделал, да? Травмы происходят тогда, когда кто-то на татами лежит. Ну, в данном случае упал, он там решил полежать, отдохнуть, а здесь ему пяткой по голове прилетел. Встаем быстрее, чем падаем. Станция вытянутая руки. Вот. Теперь правая нога спереди. Тот, у кого руки в захвате, ему самое сложное, да, но на самом деле крайнему тоже. Почему? Потому что руки блокировки вы делаете, и плечо пошло вперед. Майя Укеми, пошли. Ушира Уки. Должны. Все встанут. Давайте. Ич. Чуни. Вот один из этапов показательных выступлений. Ич. Ни. Ваше состояние понимания углов, рука, плечо, то есть движение здесь. После этого захожу и делаю хиджи-джиня-сай. И отхожу по центру. Я их сначала забираю в себе. Локти. Видно, что локти пошли вперед. Если я пойду руками вперед, он, ну, как бы, нет. Да, локти пошли вперед, голове. Себе. Здесь. Одна рука, вторая. Они очень удобно складываются. Я использую тело. Я не отталкиваюсь.
Мы же не такие. Используйте. Нога поднимается. Выдыхаем. Рука пошла. Задняя нога ушла. Вторая руку вытяни. Нет. Вот. Есть. Направление видно? Направление этой руки. Локоть видно, куда идет? Теперь вытрями руку. Вот так. Принцип останется тот же самый. Единственное, что он может теперь меня выталкивать. Вставай. Сейчас он искренне эту точку держал, поэтому и упал. Поэтому ваша задача, чтобы голова его работала именно точно. Так. Я поднимаю руку, фиксирую локоть, плечо опускается в пол. Очень важно здесь именно сам центр. Точка. Центр. Точка. Это сейчас работает он. Я по большому счету волны по воде пускаю. Хожу так, играю там. Рано. Давай. Упражнение понятно? Кто сможет повторить? Иди. Есть желающие? Иди повтори. Смотри, иди, сиди второй. Взялся. Цель. Хай, еще чуть-чуть.